Привет, народ! С вами Ватман, и мы продолжаем проводить эксперименты в GTA 5 на нашем слабом ноутбуке. Сегодня третья часть эксперимента, что дает броня на автомобиле. В чем заключается суть этого эксперимента? Сейчас мы находимся возле базы военных, на которую мы бессовестно вторгнемся. Будем по ней кататься и всячески привлекать к себе внимание. Тем более машина у нас и так приметная, особенно ее цвет. Сейчас на автомобиле стоит 100% броня, и я также поставил пулестойкие покрышки. Мы будем кататься по базе, и по нам будут стрелять, нас будут взрывать, и посмотрим, мы засекем время, и посмотрим, за сколько же нас все-таки убьют. После чего мы загрузим игру, съездим на сервис, уберем броню и проделаем то же самое. И по окончанию нашего эксперимента сравним время. Поэтому предлагаю начать наше веселье. Подъедем к базе, и потом я засеку время. Наш секундомер уже включен. Так, вот мы проехали. Все, у нас 4 звезды из 5. Пошло время. Так, нам надо как можно больше людей найти. А, люди уже сами нас нашли. Так, что ты будешь делать? Вот, у нас уже разбили левое переднее стекло. Далеко уезжать не будем. Покатаемся вот по этому пятачку. Ух. При аварии все стекла сами разбились. Ну где вы, ребята? Так, а, вот они вы. Так, ух. Кто-то там гранатами бросается. Итак, я мертв. Останавливаем наше время. Прошло 55 секунд. Итак, мы не смогли продержаться и минуты с броней. Посмотрим, сколько же, за какой промежуток времени мы сможем... Ух, не туда проехал. За какой промежуток времени мы сможем покататься по базе военных без брони. Вот мы подъехали к автосервису. Здесь мы снимем всю броню. Угу. Открывай. Дружище, привет, это снова я. Так, броня. Брони нет, 250 баксов. Да. Все, брони нет. Нам убрали броню. И все остальное мы оставляем без изменений, кроме колес. В одной из модификаций колес. Так, мы, в общем, ставим обычные покрышки, убираем пулестойкие. Извините, этот предмет уже установлен на ваше транспортное средство. Обычные. Это тоже установлено. Что ж, пулестойкие покрышки убрать нельзя. Ну что ж, за 50 секунд... За 57 секунд нам не смогли, конечно, прострелить колеса. Поэтому не будем на это обращать внимание. Главное, что снята броня. Что ж, сейчас доедем до туда и посмотрим, насколько же все-таки нас хватит без брони. Так, вот мы подъезжаем к базе. Будем ездить по тому же маршруту, по которому мы ездили с броней. Так, секундомер готов. Вот, заехали, все время пошло. Так, 4 звезды есть. Внимание привлекли, сирену уже подали. Ух, сразу танк. Вот это да. Тут, конечно, я думаю, и броня бы не сильно помогла. 10 секунд, дорогие друзья, 10 секунд на... мы смогли всего лишь проездить по этой базе без брони. Так, я думаю, нужно все-таки прокатиться еще раз, но уже без танка. Так, вот мы снова находимся возле базы. Напоминаю, что брони у нас нет, и мы будем надеяться на то, что в этот раз танк не появится и не обломает нам все веселье в самом начале. Так, засекаем наше время. Ух, кто стреляет? Неужели опять танк? Опять танк, да что ж такое, уходим. О, отлично, от этого выстрела ушли. Там еще один танк, еще.
взорвал не того, кого надо. Своих. Так, отлично. Так нечестно. Я вроде в танков не играю. Почему, когда на мне была броня, не было танков? Сколько вас тут? Что, у вас парад, что ли? Техники? Так, отходим. Прям какая-то вакханалия творится, дорогие друзья. Так, ну что ж, мы снова мертвы. На этот раз мы смогли продержаться всего лишь 45 секунд. И то потому, что не было людей, стреляющих в нас, а были только одни лишь танки. И мы бы все равно не смогли слишком долго от них уворачиваться. Но эксперимент закончен, и он показал нам, что с броней автомобиль смог кататься по базе военных 55 секунд, а без брони 48 секунд во втором случае, и в первом мы смогли продержаться только 10 секунд. Поэтому однозначно, для вывод один, для того, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, на автомобиль есть смысл ставить броню. Если же вам важна скорость, то в этом случае, конечно, броня не нужна, ее можно убрать, но одна секунда между временем, которое показал автомобиль с броней и без брони, это не слишком большой показатель, но все-таки решать вам, а я всего лишь делаю эти эксперименты и делаю их для вас. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!